Юные игроки хоккейного клуба «Динамо» Волгоград готовятся ко второму всероссийскому турниру «Кубок Акул», который стартует 12 апреля в Липецке. Среди участников – команды из Волгограда, Липецка, Рязани, Воронежской области и других регионов. Эти соревнования – своего рода подготовка к домашнему турниру. С 1 по 3 мая в нашем городе пройдет масштабное спортивное мероприятие – открытые соревнования по хоккею, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В ледовых поединках сразятся юные хоккеисты из Волгограда, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и других городов. Вход на соревнования будет свободным.